Ну, это тут каждый должен сам решать, взвешивать риски. На самом деле Египет неплохой экономичный вариант отдыха у моря. И при любых правительствах, при любой власти туристический сектор всегда очень хорошо охраняется. Думаю, опасностей и рисков никаких нету, но все-таки человек должен сам взвешивать, что полагаться на свою интуицию и принимать решения самостоятельно.